К другим темам. МЧС предупреждает, трасса на участке Минеральные воды Невиномыск закрыта на расчистку. Во избежание заторов жителям республики рекомендовано воздержаться от поездок в этом направлении. Также идет расчистка автомобильной дороги «Кавказ» на всем протяжении по территории Кабардино-Балкарии. Из-за ухудшения погоды и снегопада приведены в режим повышенной готовности силы и средства республиканского управления МЧС. На данный момент, по оценке спасателей, обстановка стабильная. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций население оповестят СМС-сообщениями.